Новый консул Финляндии в Петрозаводске приступил к работе. Йоханнес Пукки возглавил петрозаводское отделение генконсульства в Санкт-Петербурге с 1 января. Ранее он работал в департаменте политики и развития МИД Финляндии. Стартовал региональный конкурс «Конвейер добровольческих проектов». Прием заявок продлится до 13 февраля. Волонтерские команды и проекты могут получить грантовую поддержку до 20 тысяч рублей. 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, музыкальный театр Карелии представит монооперу «Дневник Анны Франк». В фойе театра будет работать выставка исторических фотографий. 24 января в музее ИЗО откроется выставка «Victoria Design Awards. Дизайн России 2020». Экспозиция включает работы ведущих российских дизайнеров в сферах графического, промышленного, предметного дизайна, а также дизайна среды и моды. Австралийские газеты будут печататься на кандапорской бумаге. Теперь на мировой карте поставок «Карелия Палп» будут представлены все континенты, кроме Антарктиды. 25 января с 12 до 18 часов в Лотос Плаза пройдет выставка-раздача от Петрозаводского приюта для животных. На празднике можно будет пообщаться с котиками, оказать помощь приюту и выбрать себе домашнего любимца. Приходите с переноской.